25 мая в актовом зале городской администрации в преддверии наступления для всех мусульман священного месяца Рамадан состоялось собрание Совета имамов города Хасавюрт, в котором принял участие министр транспорта, энергетики и связи Республики Дагестан Сагит Паша Умаханов, исполняющий обязанности главы администрации муниципального образования город Хасавюрт Кургали Кургалиев, председатель собрания городских депутатов, заместитель муфтия Республики Дагестан, председатель Совета имамов города Хасавюрт Казим Тимирбулатов, имамы квартальных мечети, а также представители актива и общественности города. Сагит Паша Умаханов поздравил всех с наступающим священным месяцем Рамадан и пожелал новому председателю Совета имамов города Казиму Тимирбулатову плодотворной работы во благо горожан. У нас назначен новый председатель Совета Алиму, это назначен муфтием Дагестана. Я думаю, здесь тоже надо согласиться, у нас муфтий Дагестан умный, грамотный человек, все его уважают, любят. Во всех джамаатах с большим уважением к нему относятся, в том числе и к Хасавюрту. Председатель Совета имамов Казим Тимирбулатов поблагодарил всех присутствующих за поддержку и оказанное доверие, отметив, что осознает всю полноту груза ответственности, который ложится на плечи, и именно поэтому надеется на поддержку и помощь имамов города. «Каждый из присутствующих работает и трудится во имя своей религии и благополучия общества», – сказал Тимирбулатов. «Только совместная работа может нас объединить, потому что мы знаем, основная цель нашей религии – это сплотить, это объединить, это единство между джамаатами, между мусульманами. Вы объединяетесь вокруг религии, вы держитесь за религию, за Коран, за сунну пророка, салям, и не разделяйтесь, говорит нам Всевышний Аллах. И если мы имами объединимся, если мы совместно в одном направлении, как здесь Умар Хаджи сказал, конечно же, по программе муфтията, если мы будем работать, у нас здесь в городе будет баракат, у нас здесь все получится. Также Сагит Паша Умаханов выразил слова глубокого уважения и благодарности за плодотворную работу предыдущему председателю Совета имамов города Умарасхабу Умалаеву. Ведь именно он принял эту работу в самые трудные времена, когда народ пытались разобщить на взгляды и течения. Наша задача заключается в том, чтобы мы были едины. Вот всегда вот то, что хотелось, всегда вот в душе вот радовало, когда люди находили общий язык. Это всегда радовало меня. Теперь эти были очень трудные времена, вот как Саид Зашадарович отметил, очень трудные времена. Каждый из вас знает об этом. Но Аллах сохранил нас. Сохранил нас, наверное, из-за того, что вера была у каждого в душе. Вот это сохранило, вот это объединило. И в дальнейшем вот этого желают, больше ничего нет, вот, чтобы справедливость была. В завершении собрания был определен ближайший ряд проблемных вопросов, которые должны быть обсуждены и приняты решения, такие как единое время молитвы на территории города и празднование дня Ураза Байрам. В Хасавюрте не должны быть две праздники. Не должны быть. Это от вас зависит, от имама мечети. И в республике не должно быть. Надо объединиться, сесть и решить вопрос. Не мучайте людей, не мучайте мусульман. Просьба к вам такая. Вот приближается Рамазан месяц. Объединитесь, покажите свою сплоченность, покажите свою вот, любовь к мусульманам, к своим людям, к своим тем людям, которые к вам приходят, посвящают ваши молитвы и проповедь ваши слушают. Вот полюбите их, сделайте, чтобы вместе. Зарема Хайбулаева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».